Маленькая Даша следит за своими старшими товарищами. Ребята повзрослее и увлечены только что начавшейся настольной игрой. Каждый из них стремится поскорее освоить правила этой и сразу переключиться на новую, которая тут же начнется за соседним столом. Игра для них хорошо, потому что они интересные. Есть игры головоломки, я сейчас, наверное, буду их играть. Вот уже несколько недель каждый приезд волонтеров из Омска для маленьких украинцев становится праздником. В лагере «Березка» вместе с родителями они поселились с месяц назад. У себя на родине Даше, ее братику, маме и папе пришлось бросить свой дом и перебраться в Россию в поисках убежища. Омская область встретила их с гостеприимством. Кормят, поят, вот, на работу вышли, работаем. Ну, деткам устраивают досуг по выходным. Приезжают, развлекают деток. Даже сейчас невозможно сказать слово, потому что Даша уже хочет играть. В лагере «Березка» на данный момент находятся 30 дошколят, 14 учащихся начальной школы, 17 ребят постарше, а также их родители. Гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, региональное правительство предоставило бесплатное жилье и пропитание. Дети посещают ближайшую школу, взрослые устраиваются на работу. Министерством по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области запланирована серия мероприятий по организации досуга вынужденных переселенцев. Специалисты Центра социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи, волонтерские организации и сотрудники компании «Мосигра» уже организовали и провели с десяток встреч. Мы приехали второй раз. Программа у нас расписана до конца года. Мы планируем каждые две недели выезжать в один из лагерей, который близлежащий к Омску недалеко. А цель – это просто благотворительность. Ну, как бы давно мечтала сделать такой проект, потому что ребята, которые здесь работают, аниматоры, они работают тоже не за деньги, а именно по зову души, скажем так. И просто дарить свое тепло, свою радость людям, которые, ну, в силу обстоятельств оказались в какой-то сложной жизненной ситуации.